КНП МКЛ номер 11, место Одесса. Если можно, по вчерашней аварии, я знаю, что потерпевшая у вас находится. Расскажите, вчера, сколько... Вчера в районе 10 часов вечера произошло ДТП в районе Разумовская, если не ошибаюсь, 10-12. К нам доставлено 5 человек по скорой помощи. Трое из них относительно тяжелого состояния, двое легкой степени. И тяжелые – это пациенты, которые были в такси. Один из них – водитель такси, два пассажира. Водитель такси госпитализирован с переломом бедра, скользчатым, плюс с ранами в травматологическое отделение. Девушка 19 лет в тяжелом состоянии с ушибом мозга, размножением мозга и так далее в реанимационное отделение. Ночью пришлось ее прооперировать. На утро ее состояние стабильное, но она, к сожалению, пока еще нуждается в интенсивной терапии, поэтому она находится в реанимации. С ней был пассажир 21 года, который находится в нейрологическом отделении с сотрясением головного мозга, закрытой через мозговую травму без каких-либо угрожающих для жизни обстоятельств. Два пациента амбулаторные, которые были пассажирами, насколько я понимаю, то ли микроавтобуса, то ли маршрутки, что там было. Им оказана помощь, пациенты даны рекомендации, они ушли на амбулаторное лечение. Все.